Всем привет, мои куколки, красотки, красавицы, ну и, конечно же, красавцы. Меня зовут Алена, и я очень рада видеть именно вас на своем канале. Сегодняшний выпуск покупок из магазина Fix Price будет довольно-таки незапланированный, потому что я буквально вчера зашла туда просто за бумажными полотенцами и вышла с кучей новинок. И если вас интересует данная тема, то обязательно оставайтесь со мной. Ну и давайте, наверное, начнем с самого скучного. Это, в общем, то, зачем я шла. Это вот такие бумажные полотенца от Папи, прочные и впитывающие, размер листа 1,2 под контролем. В общем, тут у нас особенность этих бумажных полотенец заключается в том, что обычное классическое бумажное полотенце выглядит, ну, довольно-таки большое по своему размеру, а эти бумажные полотенчика, вот стандартный лист делится на два раза. Вот именно в таком формате можно использовать и как классический размер бумажных полотенец, можно использовать по половиночке. Это очень довольно-таки удобно, и я считаю отличной покупкой взять такой рулон, хотел сказать, такие 4 рулона за данную стоимость. В общем, я нарвалась, и наконец-таки их нам завезли. Очень классные бумажные полотенчики. Дальше, что я покажу для своей бабушки, я взяла вот такие вот, ну как это правильно, коробка складная называется. Дело в том, что она увидела у меня видеоролика. Кстати, моя бабушка смотрит мои видео. В общем, она увидела эту коробку и сказала: Алён, мне срочно нужна именно точно такая же. Давайте я открою одну и соберу. Я думаю, она будет не против. Может быть, кто-то не видел предыдущий выпуск покупок из магазина Fix Price. Для того я сейчас сложу и покажу, в каком виде и какого размера она у нас представлена. Вот так вот выглядит данная коробка. Размеры ее 26 на 20 и на 16 сантиметров. Девчонки, 99 рублей, такая обалденная коробка для трусиков, для маечек. У нее вот тут очень удобная такая вот штука, за которую можно вытащить из вашего шкафа и так далее и тому подобное. Вот так она выглядит внутри. Тут у нас съемное дно. Вы снимаете его и складываете ее в обычное компактное состояние. Расцветки там есть разные. Ей понравилась именно вот эта расцветка Нью-Йорк. Видите, тут и Нью-Йорк. И, в общем, коричневая такая каемка, прикольные коробки и вообще такая многофункциональная вещь. Вторая выглядит точно так же, распаковывать я ее не буду. Ну, саму суть вы поняли. Кстати, многие мне девчонки писали о том, что за этими коробками они просто охотятся. Дело в том, что их не во всех фикс-прайсы завозят. И если они появляются, то они очень быстро уходят из полок. Поэтому обратите внимание, наконец-таки их завезли. И они сейчас довольно-таки в большом количестве. Еще одна покупка для моей бабушки. Это вот такая вот штука. Это сушилка. Сушилка на батарею. 3 метра, 5 килограмм. Антикоррозионное покрытие. Вот так вот фиг выговоришь. Так, материал металл вот именно с этим покрытием. Полипропилен. Размер в сложенном виде 520 на 345 и на 20 миллиметров. В разложенном виде 520, 345. И 160 миллиметров. Длина сушильного полотна 3 метра, вес 400 грамм. Вот так выглядит эта сушилка. Девчонки, я точно такую же сушилку видела в Леруа Мерлен. Стоимость ее была, тут, кстати, стоимость 199 рублей, стоимость сушилки в Леруа Мерлен была в районе 500 рублей. Обратите внимание, если вам нужна такая вещь. Ну и еще три продукта, так скажем, не новинок, и дальше пойдут самые-самые вкусные, интересные новинки. Чай Липтон с ароматом лайма, черный чай, 25 пакетиков. Не первый раз беру, очень нравится, по-моему, 25 рублей его стоимость. Дальше, Кертис Багама Найт, зеленый чай, очень приятный по своим каким-то вкусовым ощущениям, и мне он нравится, беру именно там. Кстати, там есть и Космополитан Пати, по-моему, тоже Кертис, очень-очень вкусный такой вот фруктовый чай. И взяла вот такой вот опрыскиватель для волос парикмахерский. Я знаю, что они сейчас есть в других версиях, более продолговатая такая матовая упаковка. Вот так выглядит именно этот опрыскиватель. Кстати, несмотря на то, что он называется парикмахерский, мне кажется, это многофункциональная вещь. Можно использовать и для цветов, и для каких-то парикмахерских целей. А также можно использовать, делать какие-то отвары и, в общем, наносить на корни волос. В общем, классная вещь. И вполне себе бюджетная стоимость именно в фикс. Ну что, вы готовы к
к самым таким вот классным новинкам. Уже раз 20 сказала, но я просто не ожидала, что именно получится так, как случилось в этом. В этот раз, когда я зашла в Fix Price. Взяла вот такие бигуди. Это 100% новинка. Бигуди стоимостью 77 рублей, 6 штук. Вот так они выглядят. И вот у нас девушка нарисована, все красиво, симпатично. И знаете, почему я их взяла? Давайте открою и покажу. Взяла я их для своей челки. Я очень люблю вот такие вот бигуди-липучки использовать на свою челку. Я когда ее укладываю я ее щеткой от Babyliss, я после того, как она у меня в уложенном состоянии, она приобретает вот такой вот прикорневой объем. Чтобы этот прикорневой объем сохранился, мне всегда нужны вот такие вот бигуди. Дело в том, что на таких бигудях локон остывает, и этот объем фиксируется. Сейчас я открою, что-то я как-то неудачно распаковала. Прикол в чем вообще? Почему именно в фиксе я решила их взять? Вот в этой вот штуке. Тут вот такая вот как вилка. Вы накручиваете локон, в общем, волос. Давайте сейчас продемонстрирую. Вы накручиваете локон волос. Мало того, что они, в принципе, сами фиксируются, но с помощью вот такой вот штуки, чпоньк, и все. И у вас все зафиксировано и никуда не двигается. Эти штуки заменяют клеммы, плюс еще они не оставляют заломов, тем самым просто фиксируют вашу прядку на вот именно в том положении, в котором вам нужно. Классные бигуди, я 100% вам их рекомендую, сделаны они вообще хорошо. Сейчас покажу поближе, чтобы вы видели. Вот, видите, 77 рублей. И сама вот эта вот штучка. Конечно, она такая мягенькая, сам пластик такой тоненький. Ну, а зачем вам толстый пластик? Это будет утяжелять сам бигуди, если так можно выразиться. И плюс еще лишняя какая-то заколка. Я вообще заколки на своей голове. Не люблю заколки, какие-то резинки. Классная вещь, могу порекомендовать. И вообще могу показать вам в одном из моих влогов, если вам такая информация, в принципе, будет полезна, обязательно пишите в комментариях, как уложить челку с помощью вот таких вот бигуди. Я обязательно вам покажу, если вас такая тема заинтересует. Следующая новинка, это, наверное, из той категории, кто любит смешивать косметику, кто, может быть, даже работает визажистом. Это палитра и шпатель. Точно такую же палитру я хотела заказать, только без шпателя, на AliExpress за 80 рублей. Тут 99 рублей палитра и шпатель. Вот так выглядит эта новинка. Девчонки, для тональных основ, тут, кстати, даже сзади и нарисована картинка, для маникюра, для тональных основ, для смешивания каких-либо текстур. К примеру, вы любите наносить и смешивать, ну, я обычно на руке всегда смешиваю, поэтому захотела себе такую палитру, чтобы лишний раз свою руку не пачкать. Вы смешали тональную основу с хайлайтером, получили другое покрытие, смешиваете более плотный тональный крем, например, с увлажняющим вашим кремом обычным, получаете BB-основу, легкое такое покрытие с эффектом увлажнения. Все это можно делать вот на такой палитре. Я знаю, что многие, кстати, такие палитры используют... Ну, как бы вам показать, чтобы видно было. Вот. Многие такие палитры используют также для приготовления своих губных помад, еще что-то. Я много у кого видела. И когда я увидела эту новинку в Fix Price, то я подумала, мне нужна. Классная вещь, давайте тоже ее распакуем, что ли. Значит, смотрите, вот такой вот у нас палитра. Сейчас будет бликовать сильно. Обычная вот такая палитра. Да. И сам шпатель. Ничего сверхъестественного. Обычный такой шпателек. 99 рублей, если нужна вам, бегом в Fix Price, пока они есть в наличии. Дальше, что я купила из новинок, девочки, к нам это очень-очень долго не завозили. Я не знаю, почему. Вот они, эти новинки. У всех, у многих, по крайней мере, не у всех, но у многих в Инстаграме даже я уже читала отзывы, и все они были положительные. Если сравнить их, вот эти отзывы, с отзывами на линейку средств, это, по-моему, гель для умывания и тоник, там, конечно же, 80% отрицательные, 20% положительные. Но на вот эту вот штуку 100% положительные отзывы. Что же это такое? Это у нас Seido, или как это правильно называется, Mineral Face Water. Wash. Минеральное умывание для глубокой очистки комбинированной и жирной кожи. Вот такая штукенция. И точно такая, только для сухой кожи.
Вот так она выглядит. Что вы думаете? Я уже ее попробовала. Она в таком сухом состоянии. Производитель у нас Татарстан. Все то же самое, как и на гелях и тониках их производителя. Стоимость я не помню на самом деле. Если у меня остался чек, я обязательно вам все цены буду подписывать вот внизу экранчика где-нибудь тут. А по поводу действия. Вы разводите один к одному вот этот вот продукт с водой до состояния густой сметаны. Он полностью смешивается с водой, получается такая вот пластичная консистенция, которую вы наносите на свое лицо на 1-3 минуты и затем смываете. Но я оставляла до полного высыхания, мне тоже очень понравился эффект. Эффект высветленной кожи, как после такого пилинга. Пилинга в плане пилинг-скаток, еще что-то. Вот приблизительно такой же эффект. Такой блюр красивый на вашей коже, высветляется общий тон лица. Немножко высветляются черные точки, не скажу, что они полностью исчезают, но общий вид становится очень свежий. Я могу вам порекомендовать. Единственное, что я не поняла, различия между для жирной, для комбинированной и для сухой. Мне кажется, там один и тот же продукт, просто в разных упаковках для разного типа кожи. Но по действию они, в принципе, одинаковые. Рекомендует вот именно по тому графику, который я вам сказала ранее, производитель использовать, по-моему, 1-3 раза в неделю, а просто на 10-15 секунд наносить такое вот минеральное умывание, каждый день. В общем, буду дальше тестировать. Если мне очень-очень впечатлит результат от данных вещей, обязательно вам расскажу в пустых баночках. Или же прям, если вау-вау, то, конечно же, в фаворитах. На самом деле, фикс прайс в этот раз порадовал меня и литературой. Я как человек, который очень-очень сильно люблю читать, я покупала там разные книги, или там романы, там бульварное чтиво, там еще что-то. В современных трактовках я, на самом деле, люблю классику прочитать всего лишь навсего один раз. Очень редко, когда я перечитываю классику, а вот такой вот какой-нибудь легкий романчик я люблю читать перед сном. И в этот раз к нам завезли, во-первых, Стивен Кинг, во-вторых, это Пауло Коэльо. Пауло Коэльо «Дневник мага». Именно эту книгу я не читала, Пауло Коэльо. По-моему, по 99 рублей они. И Стивен Кинг «Зеленая миля». Тоже я не читала. Но на самом деле это вот прям, знаете, must have в фиксе, если учесть, что каждая книжка от данных авторов стоит в районе 300-400 рублей в обычных магазинах. Вот, по крайней мере, Пауло Коэльо в магазине ОК я видела где-то 200 с чем-то, и то по какой-то там скидке. Поэтому, если вы любите читать, девчонки, обратите внимание, очень-очень много книжек завезли не только для взрослых, но и для детей. Фикс, и это не может никак не радовать. На самом деле у меня лежит все в двух пакетах и вытаскиваю в хаотичном порядке. Тоже новинка. Во-первых, влажные полотенца, универсальный очищающий, большой размер XL с аллантоином и ионами серебра для всей семьи. Вот такие салфетки. Салфетки, полотенца, неважно. Их 40 штук. И на самом деле пахнут они очень приятно. У них средняя пропитка. Да, такой звук приобретается. Появляется, точнее. Да. Ну ладно. Будем делать, как делать. Вот такой размер. Видите, это не полотенчика больше, а как большая влажная салфетка. Но запах очень приятный, запах свежий. Я использовала эти полотенца для... В общем, убрала ими пыль, убрала на туалетном столике пудру какую-то осыпавшуюся при макияже. И неплохие. Одно могу сказать, они неплохие, как хорошие влажные салфетки. И вот такие вот новые влажные салфетки, их тоже я уже успела попробовать, для всех типов кожи с мицеллярной водой, гелем алоэ и ионами серебра. Как придумают, хоть стой, хоть падай. 60 штук, вот такая вот новинка. Мне очень нравится, что сейчас делают, именно сейчас делают герметичный клапан. То есть открываете, и тут у нас еще вот такая застежка, закрываете. Там присутствует у вас герметичная застежка, что не дает вашим салфеткам быть, прежде чем они закончатся, сухими. Что могу сказать? Тут подходит для удаления макияжа, очищения, увлажнения. Вот внизу такая вот надпись. И мне они не понравились. Мне они абсолютно не понравились. А знаете почему? Общий план, там тональную основу они стирают. Но
тушь или еще что-то, они, конечно же, не убирают. У них пропитка намного, пропитки, точнее, намного больше, чем во влажных полотенчиках. И сами они по текстуре отличаются. Отличаются. Вот смотрите, полотенчики, они более ребристые, а обычная влажная салфетка, вот она какая. И маленькая плюс еще. Но они приятные. Для протирания рук, там еще что-то, или когда вы что-то смешиваете, ту же самую палитру протереть, которую я вам показала, вполне себе неплохой вариант, да и в сумочку кинуть, почему бы и нет. Тем более мне очень нравится дизайн. За дизайн им отдельный плюс. Дальше, на кухню, на свой страх и риск, из новинок взяла я две вот таких вот банки. Я никогда не беру стекло. А знаете почему? У меня очень, ну как бы не капризные полы, но если даже пластмассовый стаканчик упадет на мой кафель в кухне, то все разобьется просто в дребезги. Поэтому я не беру на растеклянные какие-то такие приблуды. Тут у нас банка с крышкой 1,2 литра, цена товара 99 рублей. Вот так она выглядит. И взяла для конфет. Посмотрите, какая она красивая. Ну вот просто супер. Как я могла пройти мимо нее? Тем более их только завезли. Тоже я много раз говорила, обязательно смотрите на целостность самой банки, чтобы ни трещин, ни сколов не было. Состав у нее стекло, полипропилен. Я так поняла, вот это стекло, вот это полипропилен. Ну, конечно, миссис логика. В общем, две банки взяла по 99 рублей. Почему бы и нет? Классные. Мне очень они понравились. Они такие пузатенькие и очень стильно смотрятся. Кстати, во втором пакете у меня еще один чай от Кертис. Это у нас клубничный мохито. Тоже очень вкусно. Несмотря на то, что я не люблю зеленые чаи, у них нет вот этого горечи, вот привкус горечи, когда вы пьете настоящий зеленый чай. Я знаю, что там в этом Кертис, Липтон, одна пыль от чая или еще что-то. В общем, не чай там вовсе, но мне нравится его пить, почему бы и нет. Дальше, что я вам покажу, это вот такая вот штука. Взяла ее тоже для своей бабушки в холодильник. Коврик антискользящий, тоже новинка, Home Time, 30 на 2 метра. Вот такой коврик. Вот. Так вот он выглядит. У меня вариант с клубничкой. Давайте распакуем и посмотрим. Я думаю, она не будет против, если я так сделаю. Смотрите, как он выглядит. Вот такой коврик. Немножко напоминает поролон. Очень тоненький поролон. И вот тут у нас 30 сантиметров его ширина. И длина у него 2 метра. Вот такой целый рулон. Хотите, нарежьте его. Хотите, в общем, оставьте так, если вам надо. Интересная вещь на самом деле. И в хозяйстве 100% пригодится. Расцветка там была еще бежевая с каким-то рисунком. Но мне понравилась именно светлая, с клубничками. Еще раз вам вот так близко покажу. И вот сам вот такой вот тоненький листик. По поводу антискользящего эффекта не знаю, не пробовала. Но если вам интересно, то я когда отдам своей бабушке, то можете мне написать, я вам обязательно скажу, понравились ли ей они или же нет. Следующая новинка, это вот такие вот насоски. Как я смогла пройти мимо? 77 рублей, размер 36-39, как раз у меня 39-40. Ну, знаете, натянем, ничего страшного. Вот так они выглядят, эти носки. Так, производитель, бла-бла-бла. И состав полипропилен и эластан. Вот, смотрите, состав, если вам интересно. Ну, очень мягкие, такие приятные. И расцветки есть разные. Есть розовые такие. Ну, то есть, вот за место вот этой вот серой штуки, серого цвета, идет розовые, есть желтые, еще какие-то. В общем, в ассортименте расцвет. Дальше погнали. На смену своему, ну как бы не то, что на смену. У меня есть ароматический освежитель, как аромонабор. В общем, за 199 рублей я брала, у меня в комнате стоит и в ванной комнате такой ароматический освежитель воздуха. В общем, с такими палочками. Мне он нравится. У него специфический аромат, но тут у нас завезли новые ароматы по 99 рублей. Приблизительно в таком же даже флаконе. Я взяла в этот раз с мохито. Вот так вот он выглядит. Немножечко попроще упаковка. Мне кажется, также поменьше миллилитраж у него. Вот так вот он выглядит. Есть лаванда, по крайней мере, в нашем фиксе. И есть мохито. Давайте откроем и посмотрим, что там внутри. Ну, как я и думала раньше, тут просто меньше намного объем. Такая же очень красивая упаковка. Поменьше объем. Тоже у нас тут такая дырочка.
Вы когда открываете вот эту вот заглушку, снова закручиваете крышку и вставляете туда палочки. Аромат приблизительно схож с ароматическими наборами по 199 рублей. Мохито я тут не чувствую. Но посмотрим, как будет пахнуть именно этот вариант. Плюс еще у нас палочки просто в свободном плавании, так скажем, находятся. Если там были палочки, запакованные в полиэтилен, тут нет. Тут просто в свободном плавании, как хотите, так и делайте. Аромонабор, масло 45 мл и 5 палочек. Так, срок службы, в общем, более 12 недель. Посмотрим. Тот ароматизатор, вот, кстати, у меня рядышком стоит, чтобы вам показать. Ну, видите разницу, да? Сейчас, секунду. Как бы оправдана стоимость. Тут просто поменьше сама упаковка. Так, сейчас фокус-покус будет. Видите, поменьше упаковка, но дизайн такой же. И видите, сколько у меня уже его ушло. Я считаю, что этот ароматизатор у меня где-то, ну, с 9 или с 8 января. То есть срок службы почти что месяц у него, и вот полупаковки. Ароматизирует он неплохо, и нету такого резкого аромата удушающего. Посмотрим, как будет работать именно этот ароматизатор. Дюймная тема. Две новинки взяла себе попробовать. Интимо. Жидкое мыло для интимной гигиены. В двух вариантах. Вот так они выглядят. Я так поняла, тут различие только с экстрактом хлопка, вот этот вот голубой вариант, содержит молочную кислоту, все те же надписи, и с маслом макадами. То есть как-то так. Сейчас я вам открою и покажу упаковку, чтобы вы знали. Вот такая вот упаковка. Посмотрите, как сильно он похож на... Сам дизайн похож на лактоцид. И по отдушке, мне тоже отдушку интересно. Ой, очень приятный запах. Вот этот вот с хлопком очень-очень приятно пахнет. И сейчас я хочу ощутить аромат с розовой версии. Одинаково. Абсолютно они одинаково пахнут. Слегка такая сладковатая отдушка. Девчонки, ни в коем случае не открывайте эти упаковки в магазине. Ведь кто-то может купить данный продукт, а вы его до конца не закроете. И будет просто неприятно тому человеку, который купит. Купили, тогда нюхайте. Вот как сделала я. Мне кажется, это более честно по отношению к другим людям. Такие два продукта тут у нас рекомендуются для ежедневного ухода. Поддерживают естественный pH-баланс, придают ощущение чистоты свежести, обладает мягким очищающим эффектом, дезодорирует. Вот, вот так давайте покажу вам медленно, чтобы вы видели описание. Их очень-очень много завезли. Если есть желание, то попробуйте. Я еще не пробовала, расскажу обязательно в пустых баночках. Новинка, которая мне очень сильно понравилась, это вот такая вот маска для волос. Называется она Ультра Нутриф Маск, если я правильно произношу. В общем, Лио какая-то марка у них. Есть шампуни от данной марки, бальзамы, по-моему, гель для душа. Питательная маска для сухих и ослабленных волос. Вот так она выглядит. Ее стоимость 99 рублей. Срок службы 12 месяцев с момента скрытия. 450 мл объем. Есть нескольких вариантов. Голубая версия, по-моему, идет увлажнение. Вот это питание. Красная версия идет для крашеных волос. Ну, в общем, не суть. Я взяла именно вот такую вот золотую версию. Мне кажется, она с маслами, поэтому... Как все маски делал, дизайн масок. Если вот такого вот оттенка, то она идет с маслами. Поэтому я как бы по инерции и взяла. Ну, по описанию, что это такая для сухих и ослабленных волос. Девчонки, я ее сегодня попробовала. Во-первых, отдушка. Отдушка мне напоминает какой-то, знаете, или эльсевскую, или пантин. Не могу понять точно. Ну, какой-то вот такой шампунь силиконовый с бальзамами и с масками. Вот, смотрите, сколько я ее использовала. Какая она густая. Она просто супер густая. Она хорошо распределяется по волосам. Она экономичная. Волосы после нее шелковые, хорошо ложатся. В принципе, вообще никаких нареканий нет. Я осталась довольна и хочу себе взять другие маски для волос. Обалденные. За их стоимость 99 рублей вы получаете 450 мл продукта. Только обязательный нюанс. Тут, по-моему, не сказано о том, что ее нужно держать долго. 10-15 минут, девчонки, как минимум полчаса под полиэтиленовую шапочку на хорошо отжатые волосы наносите, отступая от корня где-то 5-7 сантиметров. И все, и держите как минимум полчаса. Тогда вы увидите эффект. Эффект обалденный. Даже на мои, если учесть, что осветленные волосы, в общем, я не ожидала, что проявится какой-либо эффект. Я думала, будет работать
работать просто как бальзам. Я считаю, что это маска из Фикса. Классно. И последние две новинки, которые я вам покажу. Во-первых, взяла себе еще одни маски. Вот такие вот для косметических процедур. Вот так они выглядят. Это вот такие масочки, прессованные в виде таблеток. Раньше Фикси была, знаете, ну не знаю, или какая-то поблажка в том плане, что большой кулек вот таких вот масок стоил 55 рублей. Это было очень давно, где-то, может быть, в 2016 году. Тогда я покупала вот такие вот прессованные маски в виде таблеток. Вы можете в нее добавлять, вот вы кладете таблетку в какую-то емкость, и вы сверху заливаете или тонером, или тоником, неважно абсолютно, можете заварить себе ромашку, залить и сделать такую успокаивающую тканевую маску. Вы как некий такой вот косметолог для своей кожи, вы понимаете, какую вы маску делаете. Самодельные маски — это прекрасно, но только единственный момент, что тут всего 15 штук, к сожалению. Но, тем не менее, это тоже отличный вариант не заказывать с AliExpress, а просто воспользоваться услугами. Воспользоваться магазином Fix Price и приобрести себе такую вещь. Вот сзади описание, как что можно сделать. Так, я вам еще раз почитаю. Поместить маску, таблетку в небольшую емкость, добавить косметическое средство для ухода за кожей лица жидкой текстуры. Это может быть абсолютно любое средство. Дайте жидкости полностью впитаться. Да, вы когда добавляете постепенно жидкость в эту таблетку, она начинает так подниматься, разбухать. И полностью всю ту жидкость, которую вы наливаете, она впитывает. Только нужно обязательно контролировать момент, чтобы не сильно много было жидкости. И тогда маска, если ей перебор, она не впитает и останется некоторое количество продукта. Аккуратно разверните маску, нанесите на лицо, в общем, и смойте. Нанесите на лицо, оставьте где-то минут на 20, я где-то на 30 оставляла. В общем, вчера я делала процедуру только не с этими масками, а с предыдущей версией, именно с тонером для лица. Девчонки, супер эффект, ничем не хуже обычной тканевой маски, классный. И последнее, что я приобрела, такая глупость на самом деле, но мне захотелось попробовать. Может быть, эти спонжи тоже классные. Это спонжи для макияжа. Две штуки, состав латекс и бумага. Я по поводу латекса думаю, хорошо ли он будет работать на коже. Мне понравилось оформление, очень красиво выглядят эти спонжики. Давайте откроем и посмотрим, как они выглядят внутри. Вот такая вот красивая версия, типа конфетки. И вот такой вот спонжик пористый. Ну, не знаю, обязательно попробую. Если понравится, то расскажу во влоге. Если не понравится, то найду им обязательно другое применение. Вот и все, мои куколки. Вот такие новинки Fix Price были в этот раз. Я надеюсь, вам мой видеоролик был интересен и полезен. Если же это так, то обязательно поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ведь впереди очень много интересного. Ну, а я с вами прощаюсь. Всех люблю, целую. Всем пока.